Всем привет, друзья! Я хотел сегодня поделиться с вами со своим опытом, то, что я знаю, как я кормлю свои рыб и с тем, с каким условием я их кормлю. Вот. Я хотел сказать о дискус-эскаляров немножко. Дискусы, они, можно говорят, капризные немножко. Ну, им надо, чтобы вода была мягкая, да, вот. И скаляры, дантум, альбины то же самое. Они тоже капризные, они вот вообще, можно сказать, медленные. Их поднять не просто так. Вот. Основной дискус любит мотиль и трубочник. Вот их любимый корм. Но скаляры тоже сами любят таких корм. Я не только им мотиль даю, им тетродискус даю, тетропроколор иногда, тетропроэнерджи и так далее. Вот. Вот так. Вот сегодня хотел показать, я их как кормлю, и перед тем готовить корм мотиль, да, что я добавлю. Сейчас покажу вам. Вот у меня тут на ковшике есть мотиль уже как бы готовый. Я туда добавил метронидазол, одну таблетку, только одну сюда. И перемешивал, чтобы, ну, это на всякий случай всяких паразитов, зараз убить. То есть дискусы и скаляри гексаметоз не поймали, чтобы. Вот. Сейчас покажу я их как кормлю. Сами увидите. Вот я им даю корм. Вот там уже, если видите, там таблетки уже тоже плавают. Вот таким способом я их кормлю. Это не знаю, кто-то так делает, кто-то не делает. Но я всегда так делаю. Потому что с мотылем можно убить рыб. И дискусы очень быстро поймают гексаметоз. Вот с каким мотылем я их кормлю. Вот видите сами, мотиль хороший, красный. Чтобы не заразить рыбу, да, купите хороший мотиль, самый хороший, вот красный. Когда вот так держите, да, вот где светло, там уже видно, что мотиль красный. И стоит давать рыбу. Вот. Если мотиль чуть-чуть черный, да, черноватый, их не стоит как бы его давать рыбу. Вот поэтому как бы старайтесь, когда вот когда кормите, да, свои рыбы, ну, сначала промывайте мотиль 3-4 раза, как много, но это польза для вас, для вашей рыбы, чтобы не заразить их. На этом все. То, что я знаю, показал. То, что у меня, вот, можно сказать, опыта мало, да. Насчет опыта очень мало. Вот уже 3 года, да, я занимаюсь рыбой. Ну, постараюсь научиться как бы больше, чтобы людям показать, как, что. Всякие вопросы бывают. Поэтому, если будут вопросы, напишите в комментариях. Я прочитаю, могу, если какой-то идея, не знаю, что-то вопросы будет, да, вот какие-то вопросы можете задавать, не стесняйтесь. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь, если не подписаны еще. Поделитесь нашим видео, чтобы остальные другие люди видели. Всем пока, всем удачи. Желаю вам всем удачи, счастливо.